так я нахожусь на современном фестивале для детей «Тренд». Это первый этаж. Находится он в центре Игора. Здесь представлена для детей игровая зона. На каждый билет выдаются по два жетона бесплатно. То есть, если один билет стоит взрослый плюс ребенок 1000 рублей, выдают 4 жетона. Плюс бесплатно 30 минут игры в боулинг. Вот здесь очередь за выдачей инвентаря. Далее здесь пятый канал. Дети могут быть ведущим, могут стоять оператором за камерой или сидеть за пультом управления. Для маленьких создан маленький центр «Смешарики». Чуть подальше большое полотно, где все рисуют. Здесь академия за рубежом образования. Очень много народу. Отдельный билет детский стоил 500 рублей, а взрослый 700. Сначала здесь были машинки, но их уже сломали.